Доброе утро. Меня зовут Леонид, кто меня не знает. Саша уже меня представил. Сегодня в моей семье немножко разделение. Старший сын, которому уже идет 25-й год, он служит в Добельниках наставником. И сразу в другой лагерь музыкантом тоже будет служить. Средняя дочка сегодня в группе прославления в церкви Эммануил. А младшая дочка меня сегодня поддерживает здесь. Аннелия, да? Спасибо. Мне очень приятно быть с вами. Маленькая поправочка, я не в гостях. Я добрый. Я помню, когда образовывалась церковь в Азове. Ее истоки идут от Эммануила. И приятно видеть, когда церковь образуется. Поэтому вы частичка и моего сердца. Я дома. И за такое время я благодарю Александра Дануту, что я имею такую честь